Отличный Тесленко! 2-1! Тот гол, который снова выводит вперед тульскую команду. Терехов. Удар по воротам и гол! И 2-1! Арсенал вернулся, взял и забил ответный. Тот гол, который снова выводит вперед тульскую команду. Панченко! Это Кирилл Панченко. 2-1. Арсенал выходит вперед. Подбор за Рубином. Еще один навес. Отличный Тесленко! 2-1! Тесленко, какая подача! Он буквально смахнул этот мяч. Вот подстригся и забил. Карпов успевает и забивает! 1-0, 16-я минута, быстрый гол Краснодара. Сейчас едва ли не первая, но в целом эти потери для Краснодара бывают фатальны, как случилось и сейчас. Большая группа футболистов Арсенала, штрафной, но получается очень тонкий пас и гол! И забивает Ткачев! Забивает Ткачев! И абсолютно верно, мы с тобой отмечали, что сейчас Арсеналу необходимо было поиграть на чужой половине. Вот так вот основательно, психологически себя настроить на атакующие действия.